Привет, мои прекрасные друзья. А это наша с вами третья часть марлезонского балета под названием «Краткий курс счастливой жизни. Домик в деревне». Показываю сразу урожай. Сливы, смокиня. Пошли дальше. Не, невозможно, она такая гигантская, что хочу вам показывать. Яблони. Дальше будет вишни, яйва и хурма. Яблок меньше много будет и слив. Сейчас проверим дальше. А это мы поливаем. Видите, шум такой. Мы вроде ремонт закончили, но нам надо подъезд, ворота и гараж. Так, это гранат. Цветов не видела, так что урожая не будет. Тут у нас будет пряный сад. А это хурма. Ирисы уже отцвели, я вам показывала. Ну, пошли дальше. Это гигантская алыча или слива. Ну, в общем, там много, вы и так видите. Видите, все усеяно. Пошли дальше. Такой домик для пребывания. Две ночи здесь. То есть две ночи в квартире на море. С видом на море сразу. Потом вилла. А потом вот здесь, в деревне, в горах. Видите, дальше вишня. А это айва. Я надеюсь, видно. Пошли дальше. Ой, надо же показать беседку. Пошли к вишне. Вишню мы изрядно почикали. Хотели, чтобы она возродилась без старых сухих веток. Ну, в общем, пока так. Так что будем вишневому садочку встречать людей. Или в вишневом саду почти чехов. Тут у нас орех, лещина и можжевельник. Там должна быть где-то еще черника. Ну, в общем, надо покосить, потом покажу. Вот такие красоты. Сейчас на качели положим подушечки. Ну, мы сейчас на другую тему пришли. В деревне надо жить. Вот я буду жить скоро. Надеюсь, одна. Ну, давайте красотой такой закончим. Или хотите еще груши? И другую яблоню. Ну, пошли попробуем. Айва гигантская получилась. Ой, я ошиблась. Это слива ринклот. Большущая. Мы ели в прошлом году. Действительно класснючая. Ну все, это из старых деревьев. Молодые не буду показывать, чтобы это не утомило. У нас их много. Почти 30. Но пока что, дай бог, справиться с тем, что есть. И скоро расцветет индийская сирень. Ну, вот такая красота. У меня народное творчество булгарское. Видите, скоро повешу. Это из старинных домов. Ну, я не знаю, как вам красиво закончить. Горохом, что ли? Огурцами и горохом. Да я сама прям всю рассаду из семян высаживала. А, вон и огурчики. Ну все, обнимаю вас любовью, огородом. Чао-чао, мои прекрасные друзья.